Дорогие зрители телеканала TVM Channel, я хочу поздравить вас с наступающим 2016 годом и Рождеством. Хочу пожелать, чтобы всегда в вашем доме царили любовь, добро, свет, чтобы всегда вам люди, идя навстречу, улыбались, и вы улыбались им в ответ. Пускай над вашими головами всегда будет мирное небо, пусть будут счастливы ваши дети, а самое главное, пусть всегда в вашей жизни присутствует творчество. Искренне ваш, Илья Викторов.